Всем привет! Вы смотрите канал «Анапа Курорт Инфо». Меня зовут Максим Грушко. Сегодня в Анапе 6 июня 2019 года. Сегодня я нахожусь у ДЖМТ на Пионерском проспекте в районе Уральского проезда на 4 этаже гостиницы «Санкт-Петербург». Эта гостиница расположена в гостиничном комплексе «Фея-2». Сегодня мы с вами посмотрим номера этой гостиницы, выйдем на пляж, посмотрим, как обстоят дела сегодня на море. Вот так выглядит гостиница «Санкт-Петербург» со двора. Вот еще смотрите, как оформлен навес из цветущих, тянущихся розочек. Первый номер, который я хочу вам сегодня показать в гостинице «Санкт-Петербург», это двухкомнатный номер на двух, четырех, на пять человек, до пяти человек вместимость, со всеми удобствами. И вот даже есть возможность приготовления пищи в номере. Холодильник, микроволновка, вытяжка, телевизор, есть сплит-система, мягкая мебель. Принадлежности для детей. Есть в этой комнате балкон. С видом на гостиничный комплекс. Мягкая мебель — это раскладные диваны, кресла. Если заедет много человек, ну до пяти, то каждый может разложить диван или кресло и разместиться на ночной отдых. Идем во вторую комнату. Здесь двухместная кровать. Тоже в этой комнате сплит-система. Шкаф для одежды. Небольшой телевизор. Стол. Прикроватные тумбочки. Стул. Дополнительные источники освещения. Теперь посмотрим санузел. Душ, унитаз, раковина и есть здесь стиральная машинка. Так что, как видите, это номер, в котором есть и возможность приготовления еды, и возможность постирать с комфортом. Он расположен на 4 этаже. Кстати, вот внизу вот эта блинная, она только обустраивается, но, пожалуй, в июле это будет уже блинная в работающем состоянии. Теперь спускаемся по лестнице, пойдем посмотрим другие номера. Территория гостиничного комплекса «Фея-2» достаточно хорошо озеленена. Повсюду цветут розы. Thank you.
Следующий номер, который я хочу показать, он находится на первом этаже. И рассчитан на 3 человек. Трехместный номер. Есть все удобства. Холодильник, шкаф, электрочайник, мягкое кресло, столик, тумбочки прикроватные, сплит-система. Телевизор, санузел, с душем, уютный, комфортный номер. Но еще вот это кресло, это одновременно и кровать, кресло-кровать раскладывается, если что. И 4-е место дополнительное здесь, в этом номере. Следующий номер, который я хочу вам показать, он тоже находится на первом этаже. Это 2-местный номер с дополнительным 3-м местом. Вот, 2-спальная кровать. Стулья, стол, холодильник, телевизор, зеркало, сплит-система. Вот это такое мини-кресло раскладывается. Вещевой шкаф и санузел. Вот такой вот санузел. Сейчас я поднимаюсь на 4-й этаж, чтобы вам показать номер апартаменты. Этот номер 2-комнатный, похож на тот номер, который я вам показывал первым, но здесь нет кухни. Вот в этом, в одной комнате 2-спальная кровать. Комод, большой шкаф, смотрите какой, столик, стулья, небольшой телевизор, конечно же, сплит-система, кресло, тоже кресло-кровать, может раскладываться в случае необходимости. Во второй комнате еще одна 2-спальная кровать. Диван, который раскладывается в случае необходимости. Еще одно дополнительное место. Холодильник. Телевизор. Стол с основным набором посуды. Электрочайник. Комод. Зеркало. Сплит-система. Ну и балкон. Вот с таким видом. И пойдемте посмотрим еще санузел. Здесь есть сушилка для белья, кстати. Унитаз, душевая кабина здесь.
раковина. Все как нужно. Вот такой вот уютный номер на большую семью. Подробный обзор гостиницы «Санкт-Петербург» с прямой контактной информацией владельцев этой гостиницы есть по ссылке в описании к этому видео. Переходите, выбирайте понравившийся номер и бронируйте. Еще на территории гостиничного комплекса «Фея-2» есть вот такая большая детская площадка. И сейчас мы с вами пройдемся на пляж от гостиницы «Санкт-Петербург». До пляжа здесь, как говорится, рукой подать. Смотрите, какое замечательное озеленение на территории гостиничного комплекса. Сегодня в Анапе, кстати, достаточно жарко. Наверное, градусов 30. Может быть, даже выше. Сейчас выйдем на пляж, измерим температуру воздуха. Жара с самого утра. Пару дней назад я говорил, что прогнозируют переменную облачность на ближайшие дни в Анапе. Ну да, сегодня вот с утра было пасмурновато, но сейчас около 3 часов дня и, как видите, солнечно. То есть, как я и предполагал, погода все-таки, вот и сегодня, и вчера, она больше солнечная, чем пасмурная. Хотя и пасмурные моменты тоже в течение дня бывают. Вот здесь, возле выхода на пляж, точки, которые продают еду, напитки, по-быстрому купить, перехватить. Здесь парковка. Пляж пансионата «Фея-2». Шезлонг 100 рублей, зонт 200 рублей. И вот обратите внимание, когда возвращаетесь с пляжа, с моря, можно вот обмыть ноги от песка. Смотрите, какой удобный выход на пляж. Никаких барханов нет. Да? Я вижу, прямо на пляже делают массаж под навесом. Я, кстати, ожидал, что на пляже будет больше людей, но сейчас, видимо, такое время, около 3 часов дня. То есть те люди, которые приходили с утра на пляж, они пошли там, допустим, обедать, отдыхать. А вечерние люди, которые вечером приходят на пляж еще, не пришли в полном составе. Свежий морской воздух, замечательная погода,
чтобы проводить время на пляже. Вода в море, посмотрите, почти чистая, но хочу отметить то, что немного водорослей все-таки есть возле берега. То есть вода не абсолютно, не идеально чистая, как бы, допустим, этого хотелось бы многим из нас, но вполне приемлемая. Температура воздуха сегодня в Анапе в районе GMT около 3 часов дня около 31 градуса. Жара, июньская жара, типичная. Ну что, вода возле самого берега в море прогрелась до феноменальных 29 градусов. Но вы, конечно, не думайте, что по всему морю такая теплая вода. На глубине примерно метр, наверное, там уже градуса 24. Возле берега всегда градусов на 5 на песчаных пляжах, на мелководье песчаных пляжей теплее, имейте это в виду. Ну что, друзья, вот мы посмотрели с вами, какая погода сегодня в Анапе в районе GMT 6 июня 2019 года. Ставьте лайки этому видео, пишите комментарии, делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями. Подписывайтесь на наш канал Анапа Курорт Инфо, кто еще не подписан. На нашем канале много интересного. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. Желаю вам почаще улыбаться и делать окружающих вас людей добрее. С вами был Максим Грушко. До новых встреч из Анапы. Пока.